Несмотря на то, что Международный союз конькобежцев отменил чемпионат мира по фигурному катанию, который должен был пройти с 16 по 22 марта в канадском Монреале, некоторые фигуристки из группы Этери Тутберидзе не стали унывать по этому поводу и решили отреагировать на это по-своему. Действующая чемпионка Европы Алена Косторная и олимпийская чемпионка Алина Загитова показали всем своим почитателям, как они ловко преодолевают в тренажерном зале необычную полосу препятствий. Девушки сняли все это на видео и разместили у себя в Инстаграме. Сама Алена Косторная написала под данным видеороликом с прохождением полосы препятствий следующие слова: «К сожалению, из-за сложившейся ситуации мы не смогли показать свои программы в Монреале, но мы не расстраиваемся и продолжаем тренироваться», сообщила фигуристка. А что касается олимпийской чемпионки Алины Загитовой, то про нее тоже есть некоторая новая информация. Стало известно, что она, так же как и Этери Тутберидзе, хочет отучиться на тренера и тренировать новых чемпионов. Сама Алина сказала по этому поводу, что сейчас она взяла небольшую паузу и не выступает на соревнованиях, но продолжает тренироваться по 12 часов в день. Параллельно участвует в шоу Татьяны Навки «Спящая красавица», в котором ей была доверена главная роль. И теперь Алина готовится к поступлению в Российский государственный университет физической культуры. Она хочет отучиться на тренера и, как Этери Георгиевна Тутберидзе, воспитывать новых чемпионов, сказала фигуристка в своем интервью.